Скажи, я проснулся. Я проснулся. Вот. Вот видите, как сегодня, с каким настроением. С добрым утром вас поздравляю. Умытый ребенок, зубки почистил. Молодец. Кто-то, поди поближе сюда. Кто-то вон за лоб укусил. Да какие кусаются. Ну чего, пойдем завтракать. Пойдем. Нам водичку привезли. А то вчера воскресенье. Я звоню, думаю, что он трубку не берет. Воскресенье. Должен же быть у человека хоть один выходной. Еле-еле нам воды хватило. Но все обошлось нормально. Ну вот. Принц наш сидит на горшке. Какает. Ходит в колготках и в кофте. Дождик обещают. И причем обещают дождик аж 3 дня. Что будем делать-то в дождик? Дома сидеть? Да. Да еще и ноутбук сломанный. Сейчас чуть попозже соберемся и поедем. Ноутбук? В ремонт отвозить, да. Ремонт. Да-да. Экран. Что это? Что? Фотографии. Это же фотография. Я все удивляюсь на этих жуков. Они появляются, когда расцветают розы. Так их нету. Вон сидят. Я говорю, мне сразу в голову мысль пришла. Эта песня, помните, была у Рыбина? Это коммунальная, коммунальная квартира. Вот. И они сидят почти во всех цветах. Там просто высоко. Вон, видите? Взяли себе ипотеку. Это куст. Я прям удивляюсь, он никогда так не цвел, чтоб столько было бутонов на нем. Наверное, я неправильно обрезала. А сейчас прям вон много как. Ой, девочки, сейчас вот-вот зацветет гранат. Вон они там. Красотища будет. Ну, уже как-то быстро он все. Тут он еще. И вот эти сейчас зацветут. Сашка в маках. Это собачка. Собачка, да, собачка. Кто это спит? Собачка спит. Спит. Сашка так на собак удивляется. Вообще на всех животных, на насекомых. Спит. Спит, устал, наверное. А тут машины не ходят, видишь? Он и спит тут. О, тут уже вон цветет, гляньте. Да? Огромная, здоровая. Тут почему-то, да, очень рано вот они зацветают. У меня даже и намека нет. Пойдем, Сашуль. Пойдем. Угу. Вон женщина, которая за цветами ухаживает. Флаг не дуется. Ветра нет, Саш. Ветра нет. А флаг России и Крыма. Хорошо. Да. Это дядя делает. Это тетя, а не дядя. Поливает.
А мы даже путем не собрались, как дома ходили, так и поехали. Вот где ремонт? Чё? Где ремонт? Какой? Вот ремонт, но мы еще не дошли. Вот смотрите, сын какие. Спрятался за тучку, ты видел? Да? Говорун. Женщины на него так удивляются, в автобусе ехали. Говорит, батюшки, какой парень-то говорун? Вот смотрите, какие. Лохматушечки какие. На забор прослал. Ага. Пойдем. Ногами. Такие красивые, не пыльные. Семена, наверное, Саш. Ну как, что за семена? Чтобы выросла такая. Видишь, сейчас надо взять. Сейчас мы возьмем, попробуем. Ну, наверное, не время их сажать-то, конечно. Ну, пойдем. Вон какие розовенькие. На Джуже вон какие палки дали. А кто это? Это такой цветок, Саш. А кто летает? Кто летает? Да тут кто только не летает. А тут шлагбаум. Шлагбаум? Ну, ну, чтобы не ездили просто машины, видимо. Просто так. Все ты знаешь, да? Да. Да. Какой-то нету. Говорун говорит целый день. Говорит, говорит, говорит. Пойдем, пойдем, зай. Иду я, иду. Иду. Иду я, иду. Дорожки. А мы идем в ремонт. Салат. 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 А что это? Кофе. Слушай, ты не знаешь? Кафе офицерское. Приятное такое место. Какая труба. Труба. А это чтобы вода стекала, Саш. А это огромная труба черная. Огромная. У тебя все огромное. И мухи огромные. Все огромное. Конечно. Ой, Саш, Саш, сюда, сюда. Сюда? Да, сюда. Пойдем. А ты тоже? А ты тоже? Нет, тут кадастровый инженер. Вот, а нам сюда с тобой. Ой. Что-то звонила Толику, Толик трубку не берет. Что-то вход, я даже переживаю. Вход. Вход? Ага. А тут вход. Да у тебя все, вход да выход, самые любимые. Ну, сдали, короче, в ремонт. Сказали, позвонят. Что там с ним и когда он будет готов. Хоть бы ничего страшного не случилось. Потому что мне без ноутбука жизни нету. Так, ну чего, ты вытер руки? Как следует вытер? Хорошо, не липкие? Не липкие. Ну хорошо. Иди вон мусорку выбрось, салфетку. Вон там, вон синенькая стоит, видишь? Беги. Решили зайти в мармелад посмотреть, может быть, что-нибудь тут изменилось в лучшую сторону. А туда, на ход. Давай. Заходи, заходи, заходи. Вот так, уже свалились. Вот голубой выход. Ага. Саш, смотри под ноги, пожалуйста. Или так и будешь валяться всю дорогу. Что-то... Что-то... Алкомаркет один, короче говоря, работает. Тогда посмотрим, что тут красивенького есть интересного. Бижутерия. Куда девочки бабы стоят?
Всякая ерунда, короче говоря. Всякая ерунда. Все, что дешевое. Так он никак, этот торговый центр, вот это вот работает. Мебель какая-то. Батюшки ты мои. Прям Людовик ядреныч. Да, но тут как-то, как-то не заполняется. Смотри, какой диван-то. Ой-ой. Ужас какой. Это какой должен быть интерьер? Какой должен быть дом? Угу. Дядя. Мы его в детстве звали Дедушка Ленин. Ой, вот сейчас даже и не знаю, как тебе это объяснить. Кто это? Политик это был. Одним словом. Магазин, Саш, куда мы идем? Так он никак, этот торговый центр. Вот это вот работает. Мебель какая-то. Батюшки ты мои. Прям Людовик ядреныч. Да, но тут как-то, как-то не заполняется. Смотри, какой диван-то. Ой-ой. Ужас какой. Это какой должен быть интерьер? Какой должен быть дом? Угу. Дядя. Мы его в детстве звали Дедушка Ленин. А кто это? Ой, вот сейчас даже и не знаю, как тебе это объяснить. Кто это? Политик это был. Одним словом. Магазин, Саш, куда мы идем? Пойдем сейчас в яблоко сходим. Туда, на яблоко. Да, пойдем. Ну давай, проходи. Проходи. Иди, иди, иди. Проходи, я сама пройду. Ты иди сам. Так, смотри, чего тебе хочется. Вот выбрал пока только вот мини-рулет. Так, Сашуль, дай я посмотрю для диабетиков, ладно? Всякую. Хорошо, постоишь? У нас есть все, собственно. Вон вафли на фруктозе купила. А хочется вот такого. Понимаете? Ой, не могу. Вот хочется и все. Так, пойдем там еще посмотрим. Мороженое тебе? Какое тебе мороженое, Саш? Ты какое любишь? Стаканчики, не знаю, эскимо или в рожке? Эскимо. Сейчас возьму. Так. Ну, это у нас все есть. Пока мы были в магазине, вот тут дождичек мелкий прошел. Сидим, ждем Толика. Ну-ка, поверните ко мне, мальчик. Вот видите, как мы мороженое едим.
всем лицом. Я понял, так что я еще крикнул, ребята, но они поехали. Там через дорогу они ехали, там далеко было, метров 15. Я вчера весь день хотела спать. Это вот к погоде к этой. Да. А сейчас спать не будешь? Нет. Вот, купили с Саней 3-литровую банку тыквенного с мякотью сока. Он у нас любит тыквенный сок. Вот я тоже тыквы, вот саму тыкву не люблю. А сок люблю тыквенный. Вот сейчас ему дырки проделаю. И будет пить. Налить тебе? Или пока не хочешь? Пока не хочу. Ну ладно. Дождик, да? Разошелся, ты посмотри. Тут у меня повалило. Да у нас так не бывает, после дождя. А после дождя у нас там зарядит неделю льет. Вот такое вот. Ну, вообще, обещали на 3 дня. Не знаю, что будет. Все. Вот и там мне тоже плохо. Я там перевожу с утра, говорю, 12 часов. Я смотрела, долго идет дождь. Ага. А мы едем забирать ноутбук. Уже отремонтировали. Ура! Больница Черноморская. Куда повезешь еще девушку? Таня. Это своя. А, это твоя Люба? Да. А, жена. Я думал, что ту. Саша поспал, только что встал, и мы сразу поехали. Мотор будет? Мотор? Так, тихонечко. С работы, да, жену забрал, привез. Видишь, какой молодец. Там попалил ты маленький, а это черт сложил, а тут сосед вот такой. И говорит, еще улицу включи, спалишь. Он смотри, какую кучу накосил дедушка Толя сегодня, видишь? Это ты тоже? А я вот один в одном году тут делал, косил тут. И рано мне надо было еще это. Это кто только там скосил. Ну там никто не живет. Давайте сейчас. Ой, господи. Прям лужи. Лужи, нет, я говорю, лужи. Накапало. Вроде и дождик-то не сильный, а. Ну вот. Вот я говорю, очень люблю сюда обращаться. Сколько раз я сюда обращалась. С телефонами, с ноутбуками. Всегда мне помогали. Молодцы. Представляете, 100 рублей. Я уже приготовилась там. Какую-то там батарейку поменяли, говорят. Что там за батарейка? Так, ну ладно. Где там мои мужички? Вот они. Ура!
Жизнь заиграла новыми красками. Ну ладно, зайки мои, на этом заканчиваю видео, потому что надо заниматься комментариями, надо заниматься видео выкладывать. Ой, спасибо всем, кто сделал мне ноутбук. Пока-пока, мои дорогие.